Всем привет, ребят. Ну что, вот пришло обновление на английском сервере, и вы сейчас точно так же, как и я, просто охренеете с того, что здесь делается, какие здесь акции, и просто пипец. Комп привезли мне новый, я вам уже картинку скинул, попозже вам запилю распаковочку. Тяжелый он получился, в два раза тяжелее, чем предыдущий. Поехали. Вот обнова у нас тут. В общем, я вам не буду рассказывать долго. Посмотрите просто на коллекционера. За паладина вам дают топовые такие книжечки. Уже новый герой сразу есть в коллекционере. Дают пятый сет нового талантика. Офигенный талант. И рунами и так очень топовый будет. Особенно на семерке. Ну, столько кулаков. Такое себе. Поехали на рынок. Самое интересное и самое основное, что здесь есть. Смотрим и удивляемся. Ну, верхний пак, ладно, там помимо новых сумок с питомцем, там можно вытащить на огника скин, новые руны, эмблемы, точнее, это такое. Смотрим пак за 50. Вот это самое интересное. Новые сундучки четвертые. Как видите, здесь уже падают у нас на смотрителей камешки на прокачку. Топовые талантики на деф и на атаку. Топовые плюшки, как по мне. Ну, в общем, огонь. Дальше. Новые сумочки. Третьи сразу же. Видите, какие питомцы. Просто обалдеть. 500 сразу дают. 4 порочных пакта. И 5 рун 7 левела, ребят. Это копейки. Смотря на то, что нам дают на нашем сервере русском. Опять же, смотрите, дальше подешевел раскол. Ну, в общем, вот так вот. Седьмая и эмблемка. Дальше карточки. Ну, это такое уже. Там за 50 фигня. Смотрим дальше. Уже продают скин на Рибита. Я вам его засниму, отдельно покажу. Просто там 800к кхешек. Ну, в общем, как обычно. Но вот это меня вообще поразило. Некрос, ребят, 50 баксов. Если я не ошибаюсь, это самый дешевый вариант. Плюс еще 5 священных огней. Что я могу вам сказать? Топовые кристаллы. Ну, дальше уже пошло. 130к кулаков. Вот кулаки здесь, конечно, это ни о чем. Также, вот видите, за десятку продают. Такой сундук, я вам его показывал уже. В общем, вот так вот. Теперь давайте пройдемся уже. Вот я для себя хочу пройтись по новым скиллам. 11, 12. Так, на десятке. Вот. Плюс 0,5 секунды. И увеличение урона, если я не ошибаюсь, 40, 80, 1600. Да, остальное все остается на месте. То есть увеличение 0,5 секунды заморозки, в принципе, плюс урон довольно-таки неплохо будет для рогатки. Так, поехали дальше. Я вам скоро уже, ну, я вам с английского покажу их. Они у меня там уже докачиваются, потому что здесь я не знаю, что у меня тут по судьбе. У меня тут, а нет, 30-ка, возможно, здесь быстрее даже с английского я вам сделаю. Посмотрим. Пишите комменты, с какого сделать. Возможно, из этого сделаем быстрее тут. Проще прокачать героев. 3 героя прокачать. Так. Что у нас еще такое интересное? В общем, честно говоря, офигеваю с того, насколько здесь все быстро. Ну, действительно, тестовый сервер. Я его так называю у себя, потому что чисто ради тестов. Тут за день можно все, что хочешь, получить. Так. Кто там у нас еще такой интересный? Ну, новый герой. Я вам, в принципе, показывал. Уменьшает урон. Что-то не могу понять. Да, наверное, походу. Ладно.
потом посмотрим его, давайте дальше посмотрим, кто у нас еще там добавился. Малыш Ник, ну малыша Ника только добавляется, плюс 1 секунда, урон, все остальное остается, в принципе ему этого и надо. Так. Не хотел я вам это на китайке показывать, потому что там, возможно, что-то не так где-то. Может, тут посмотрим. Так, Дедушка Мороз. Уменьшение скорости, передвижения и атаки. Ну и увеличение урона. В принципе, ничего не поменялось. Такс. Минотавра нет, тыковка. Не там, паладин. Суккуб. Ай, понижает отхил. Ну, суккуб будет интересно посмотреть, насколько я понял. Так, наносит 44 от максимального хп и уменьшает. Так, ну это будет интересно посмотреть, уменьшает отхил, если я не ошибаюсь. Такс. Это все у нас было. Там у нас еще тритон. А тритон просто урон увеличивает. Так. Ну, вроде всех разобрал. Ну, это такое, это я для себя, ребят. В общем, что я могу вам сказать? А, еще и химка есть. Сейчас химку. Ничего, я эту химку забыл. Самое основное. Она архидемонов. Так. В общем, как видите, сегодня будет очень много трешечка на английском сервере. Так. Башка не соображает. Запарился с этой обновой. Так, где наша химка? Вот она. Так, 10 плюс цель. Ну, в общем, плюс 5% получается увеличение немножко урона. Ну, в принципе, неплохо. Ну, так как у нас идет сейчас лимит 500к, в принципе, это ничего не изменит. Такс. В общем, ребят, не знаю, по обнове реально очень крутая, особенно рунки. Новый талантик вообще просто эпический. Еще я хотел одну вещь проверить. Я вам уже показывал на китайке вчера, у нас уже дали возможность открывать сразу же все паки, вот так вот это выглядит теперь. Вот есть у вас там какие-то итемы, я не знаю, сколько у меня тут есть. Так, это кристаллы. Но с коробками так точно не получится. Так. А, вот карты, я хотел карты посмотреть. Вот Quick Open. Вот так вот. Неплохо, смотрите, сразу же показывает. Раз-два, в принципе. Экономия времени колоссальная будет. Так. Вот по картам это очень интересно. Интересно по таким вот сундучкам будет. Это я отдельно засниму, посмотрим, какие шансы. Так, ну давайте вот эти плюшки пооткрываем. Так вот открывает оно, в принципе, прикольно открывает. Конечно, ты не успеваешь все посмотреть, потому что у тебя на это есть 1 секунда. Такс. Вот накопил я, вот, кстати, сейчас откроем с вами сумочки питомцев. Сейчас хочу еще вот так, смотрите, раз, два, три. А, можно еще остановить. А, вот, можно листать, отлично. Просто огонь. Вот это реально большой плюс. Сейчас я хочу открыть питомцев. Давайте уже все. А ну если я нажму на стоп. А видите, дальше только close.
Нельзя дальше восстановить, возобновить это все. Ну, в принципе, неплохо. Так, окей. Открываем. Вот сразу видно, какие шансы с каждой десятки. Видите, оно по 10 открывает. Отлично. Вот так вот. Можно потом все посмотреть, посчитать. Вот это они сделали правильно. Ну-ка, давайте попробуем вот так вот. Что нам это скажет? 316 секунд. Вот так вот. Но зато это намного экономит время, я вам скажу, ребят. Очень-очень. Я не знаю, как они все-таки это сделали, но сделали. Значит, они могут и все остальное сделать. И хотелось бы, чтобы они поменяли во старых локациях очень многое, потому что реально харит очень многие вещи, и о них уже давно мы говорили. Почему-то они все упираются в новые герои, в новые таланты, но не меняют старое. И это очень печально. Они добавляют новое, а старое не убирают. Не знаю. В общем, так вот, ребята, я буду дальше открывать. Пишите комменты, что вы думаете, что будем делать. Я сейчас буду качать, выпускать вам кучу разных героев с разными сборочками. Все, ждем обнову на русском. Всем удачи, всем пока.